Приближаем победу вместе. В Самаре завершился первый всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка». На одной сцене выступили исполнители и коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтерских движений. Все они приехали из 10 регионов России. Через свое творчество, через свои песни, через свои там стихи ребята показывают ту ситуацию, которая сегодня есть не только на фронте, это реальная борьба, которая происходит и в тылу. И мы обязательно должны их поддерживать. Возвращайся, мой любимый, свет родной моих очей. Разлилась рекой холодной боль души моей. Отклик настолько искренне, настолько это нужно, настолько это важно сейчас. Конечно, очень многие, и мужчины в том числе, я вижу, что плачут во время этой песни вместе со мной. Музыка и песня лечит душу, помогает нашей душе быть лучше, стать сильнее. И мы очень надеемся, что эта песня поддержит не только наших мужчин, но и наших женщин. На участие в фестивале было подано 30 заявок, из них отобрали 19, а 8 участников специально приехали на фестиваль с передовой. Вы знаете, нужно показать, что песня, она ведет за собой. Раньше, как было у нас в царской армии, был трубач, за которым шло все войско. Вот какая-то частичка вот этой вот старины, пускай останется здесь и, собственно, вдохновит всех наших жителей на какие-то дальнейшие действия правильные. Гости могли не только услышать песни, организаторы приготовили выставку. Можно было увидеть боевые машины, дроны, оружие, фронтовые фотографии, примерить тактическое снаряжение, поиграть в лазертаг и попробовать блюда полевой кухни. Такие фестивали поднимают наш дух, они сплачивают народ. Реально, то есть каждый вносит свою лепту. Спасибо большое организаторам, всем молодцы. Люди, которые пришли, им тоже большое спасибо. Все друг друга поддерживают. От мала до велика. Хедлайнерами фестиваля стали певица Юлия Чичерина, рэп-исполнитель Рич и ансамбль «Голубые береты». Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.